Здравствуйте. Хочу задать пару вопросов. Пожалуйста. Ваш первый опыт такой вот большой съемки, да. Что вы чувствуете по этому поводу? Вот в данный момент волнуюсь. Волнуюсь, да. Больше пока могу сказать. Надо подумать, что я испытываю. А вы опять решили подумать, да? Как обычно. Как обычно. А вот как вот родилась вот эта вот идея вот коней, вот эти вот как объединить? Это задание было в этом семестре учебное. А вот как-то выбрать именно вот эти вот стиль, хореографии, вот это вот. Вы знаете, у меня есть такой педагог Александр Любашин, и после того, как я год занималась у него на уроках, очень меня привлек стиль contemporary. В общем-то, я его решила применить. Вот так вот. В общем-то, спасибо, да, Саша. А кому бы вы хотели сказать спасибо? Вот он. Алиса, ты друг мне или балалайка? Забери стаканчик с собой. Иди сюда, пожалуйста. Сюда, Саша, сюда. И ты не выходишь. Но это нельзя контролировать, когда ты делаешь это движение. Потому что ты не видишь. Вот они пришли вниз. И это вот там вот стоп. Где стоп? Ну, давай. Вот сейчас они сделали вот эту штуку. Да. Четыре раза. Да. Куда? Да. Вот это имеешь в виду, наверное. Ты дальнейшую хочешь? Нет. Что дальше? Я могу обойти. Потому что я, в принципе, не знаю, куда идти. Вот давайте начнем движение. Так, у меня там впереди все нормально. Давайте начинаем движение. Боковой прибор, который слева, да, или вот этот здесь, вот этот. Все боковые. Не закрыть там дверь. Стоп. Спасибо. Спасибо. Как вы? Делайте это. Давай, Илья, выключим, знаешь почему? Потому что у нас по центру, как бы по краям кадра должна быть. Я вообще ничего не вижу. А, чуть-чуть 600, Сёша, можно сдвинуть еще чуть-чуть? Девчонки, давайте сделаем этот незамысловатый кадр. Покажите свое движение. Начали. Вот все тут видно. Чего? Я перехожу туда, и я... Да, только ты сначала стоишь. Я понял, хорошо. Сеня, ты можешь вот так вот сесть вообще вот так? Слушай, я просто... Не знаю, как бы тебе это дать. Вот. Как? Просто... как есть. Можешь еще раз? Отлично. Сейчас, секундочку, подождите, подожди. Да, я могу. Сейчас, секундочку. Да, могу. Пошел. Почему? Да как он тебя реально? Просто псих, банально. Банальный псих. Да, папа. Просто движение. Сделайте отсюда. Да. Да. И его. Саша, а ты можешь сказать, вот, как вот, покажи, как ты выходишь? Да. Нам нужно вот поехали. А у Любашки есть такая Любашка? Дырявый? Моя новая кличка дырявый? Боковые приборы, которые светят. Вот я вижу этажом выше тоже приборы, вы их погасите, потому что эти у нас в кадре. То есть, да, приборы, просто вот два прибора, они повыше. То, что находится, их запалить. Я вот, например, вообще не поняла, что попросил.
Все, это ништяк, страшно. Вот. Вот здесь вышел Саша, да? Да. Еще. Так. Не поднимаешь камеру вообще. Не поднимаешь? Не поднимаешь. Вообще. Слушай, не... да? Стоп. Стоп. Костя. Стоп. И... О, вот это отлично. Слишком, слишком большая заявка. Все ясно. Нормальные носки или? Ну, да. Ну что, попробуем? Нормал.